расскажу про нервные клетки и то, как на их основе работает нервная система. Работа нервной системы мозга, в первую очередь, конечно, человеческого, одна из очень важных и во многом нерешенных проблем биологии. Видимо, это будет одна из главных научных проблем, которые в той или иной степени удастся решить в течение 21 века. И неизвестно до какой степени. Но, тем не менее, прогресс и здесь налицо, он очень большой. И за последние 100 лет, и даже за последние 20 лет, 100 лет назад, про работу нервной системы не было известно практически ничего. Не было даже точно известно, состоит ли она из клеток. Два ученых получили в 1906 году Нобелевскую премию. Один из них был Рамон Кахаль, а другой Камилла Гольджи. Вот второй ученый, итальянец Камилла Гольджи, разработал методы, которые позволили Рамону Кахалю установить, что в нервной системе все-таки есть отдельные клетки. Но несмотря на это, сам он, по крайней мере, до момента вручения ему Нобелевской премии, твердо придерживался прямо противоположного убеждения. Он считал, что нервная система отличается от других систем органов тем, что в ней нет клеточных границ, что это такой гигантский многоядерный синцитий, единая сеть, и отдельных нейронов выделить там нельзя. Во время вручения Нобелевской премии, читая свою Нобелевскую речь, спорил с Рамоном Кахалем. Но прав оказался все-таки не итальянец, а испанец. Рамон Кахаль — это испанский ученый. Вот он был одним из первых, кто научился в нервной системе позвоночных животных выявлять отдельные нейроны, изучать их строение. Он был, видимо, таким гениальным гистологом. Гистолог — это ученый, который занимается строением тканей, наблюдателем и рисовальщиком. И многие его рисунки по качеству практически не превзойдены до сих пор. Итак, нервная система состоит из отдельных клеток, нейронов. И чтобы понять, как она устроена и функционирует, нам надо сначала разобраться, как работают отдельные нервные клетки. Нейроны отличаются от большинства клеток нашего тела, хотя не от всех тем, что у них есть такие тоненькие отростки. Общие названия нейриты. И с помощью современных методов окрашивания, когда в клетку вводится светящийся флуоресцентный или люминесцентный краситель, можно выявить тончайшее разветвление этих отростков нервных клеток. Ну а центральная часть клетки, от которой отходят эти отростки, называется тело нейрона. Понятно, что между этими отростками не может быть пустоты, и нейроны должны быть чем-то заполнены. Сейчас мы к этому подойдем. В ходе развития организма нервная система, как и другие системы, проделывает сложный достаточно путь. И отдельные нейроны, как и другие клетки нашего тела, образуются из специализированных нейрально-стволовых клеток. Стволовые клетки довольно долго делятся, их называют нейробласты. Некоторая часть их потомков превращается в нервные клетки, нейроны. Раньше считалось, что нервные клетки перестают делиться в момент примерно сообщения рождения человека, и затем у взрослого человека количество их может только уменьшаться. Известная поговорка: нервные клетки не восстанавливаются. Однако в последнее время оказалось, что это не так. В некоторых областях мозга у взрослых млекопитающих сохраняются стволовые клетки, продолжают делиться даже у взрослого организма, и в этих областях мозга, например, в такой области очень важной для памяти, о которой мы еще будем говорить, гиппокампе, а также, возможно, в мышечке, некоторые нервные клетки все-таки восстанавливаются, хотя с возрастом количество их в мозге действительно постепенно уменьшается в целом. Ну вот эти нейриты, отростки нервной клетки, делятся на два типа. Один из этих типов называется дендриты, от слова дендрон — дерево. Другой
называются аксоны. Как правило, нервная клетка имеет несколько дендритов, они здесь нарисованы, хотя они часто обходят не от всей поверхности этой клетки. И один длинный, ветвящийся до самого конца аксон. Разветвлен он бывает только на кончике. Обычно дендриты это короткие отростки, а аксоны более длинные. Но это не главное различие. Главное различие между дендритами и аксонами состоит в том, в каком направлении по ним передается сигнал. А нервные клетки передают электрические сигналы, нервные импульсы, поэтому еще поговорим. И по дендритам нервы передаются к телу нейрона, а по аксонам от тела к нервным окончаниям. Вот в этом состоит их главное отличие. Сначала, когда нервные клетки образуются в центральной нервной системе, они еще не имеют связей со своими клетками-мишенями. Нервная система закладывается отдельно, а, например, мышцы рук и ног закладываются отдельно. Никакой связи нет, у зародышевого нейрона руки и ноги еще не дрыгаются, ну точнее, зачатки. Поэтому нервные клетки выпускают свои аксоны и начинают расти по направлению к клеткам-мишеням. На кончике аксонов образуются такие тоненькие ложноножки. Здесь присутствующий в них белок актин покрашен зеленым цветом, похожим актин была уже показана на одной из лекций про цитоскелет. И ощупывая дорогу этими ложноножками, они ухитряются расти в правильном направлении, находить нужные клетки мишени и образовывать с ними специальные контакты, через которые этим клеткам передается сигнал. Это тоже одна из загадок, только уже не столько нейробиологии, сколько эмбриологии, науки о развитии. Как каждая нервная клетка ухитряется расти в правильном направлении и находить именно ту мишень, которой ей предстоит управлять. И до конца ответ на него неизвестен. Кроме нервных клеток, из тех же самых клеток предшественников, из тех же стволовых клеток мозга, развивается еще один тип клеток. Они называются глиальные клетки или клетки нейроглии. Это вспомогательные клетки мозга, хотя их тоже относят к нервной ткани. И именно они в основном и заполняют в значительной степени пустоту между отростками нейронов. Число нервных клеток в головном мозге человека очень большое. Это одна из причин того, почему так сложно изучать этот орган. 10 миллиардов клеток, и все каким-то образом непосредственно или опосредованно соединены друг с другом. Контактов между этими клетками еще больше. Разобраться в рутине, конечно, непросто. Но, тем не менее, численно в головном мозге преобладают вовсе не нейроны, а как раз глиальные клетки. Они довольно мелкие в сравнении с нейронами, их там гораздо больше. Но существует несколько разновидностей таких глиальных клеток. Они выполняют многие достаточно важные функции. Вот некоторые из них называются астроциты. Образуют такие длинные отростки, похожие на нервные, но нервных импульсов они не передают. Эти клетки, в частности, формируют такой вот гематоэнцефалический барьер. Головной мозг получает питательные вещества в основном из капилляров, как и другие органы, из крови. Но стенки этих капилляров очень плотные, а поверх каждого капилляра отростки вот этих вот звездчатых клеток, астроцитов, создают еще дополнительную преграду для перемещения веществ между кровью и головным мозгом. Поэтому головной мозг трудно попасть микробам, туда большим трудом проникают некоторые яды, но есть тут и сложности. С таким же большим трудом в головной мозг через гематоэнцефалический барьер проникают и многие лекарства. Как вот вы понимаете, непосредственно вводить в головной мозг тоже достаточно сложно. Так что наличие этого барьера – некоторая проблема в медицине. Другие реальные клетки, клетки микроглии, как раз происходят не из стволовых клеток нервной системы, а из стволовых клеток крови. Они имеют другое происхождение. Они заползают в головной мозг из крови во время его развития
и выполняют там иммунную функцию. Могут проглатывать, переваривать, убивать микробов. Про иммунитет у нас будет отдельная лекция, и сейчас про эту функцию подробно говорить мы не будем. Еще одна разновидность клеток – олигодендроциты. Наматывают свои отростки, как рулон бумаги, на аксоны и образуют вокруг них оболочку. Периферической системе в нервах тоже существуют похожие клетки-спутники, аксоны, но только там они называются швановские клетки, поскольку написал Теодор Шванн, помните, создатель клеточной теории, да? Вот. И самая миелиновая оболочка играет важную роль в передаче нервных импульсов, позволяет сделать эту передачу более быстрой. Почему это так, мы даже немножко сегодня поговорим. Нам ускоряет проведение нервных импульсов. Ну и, как я уже говорил, чтобы разобраться в работе нервной системы, необходимо сначала понять, как работает отдельная нервная клетка. Что значит, как она работает? Как она воспринимает сигналы, например, из внешней среды? Потому что все сигналы внешней среды воспринимают и перерабатывают у нас специальные клетки, рецепторы. Многие из них – это просто нейроны, хотя и не все. Затем этот сигнал преобразуется в нервные импульсы, что это такое, как он передается клеткой нервным окончанием. И, наконец, что происходит с самих этих нервных окончаний? Как сигнал нервных клеток воздействует на клетки мишени, влияет на их поведение? Вот это все предстояло выяснить ученым после того, как Гамон и Кахаль доказал, что нервная система состоит из отдельных клеток. Ну и, естественно, знания в этой области накапливались постепенно. Я не буду рассказывать подробно про историю изучения нервной системы, хотя это и очень интересно, но расскажу про один главный эксперимент, который позволил выяснить, что же такое нервный импульс. Надо сказать, что уже в первой половине 20 века ученые научились регистрировать электрический потенциал на мембране нервных клеток. То, что нервные сигналы – это электричество, известно было еще в 17 веке. Но как выяснить, что это за электричество? Вот разные тоже есть способы, но один из способов, показанный на этом рисунке, это измерить напряжение на мембране клетки. На мембране любой клетки, нервной и ненервной, есть некоторые разные потенциалы, были напряжения. Это меряется в вольтах или милливольтах, как и напряжение в электрической сети. Чтобы его измерить, нужна система из двух электрод. Один электрод, металлическая проволочка, допустим, погружается в окружающую клетку раствор. А другой, он находится снаружи от мембраны. А другой электрод надо засунуть внутрь клетки. В качестве такого электрода, как правило, использовалась и используется сейчас очень тоненькая стеклянная трубочка, заполненная целевым раствором, электролитом. А с другой стороны, этот раствор тоже помещена проволочка, проводок. В свое время изготовление этих стеклянных трубочек микроэлектродов было настоящим искусством. Инженеры, которые умели их хорошо готовить, были на вес золота, их каждый пытался переманить в свою лабораторию, потому что от этого зависел успех работы. Ну, а потом были изобретены автоматические машины для изготовления микроэлектродов. Кончик такого микроэлектрода может иметь диаметр в 0,001 миллиметра, если надо, в 1 микрон. Если мы воткнем микроэлектрод внутрь клетки, второй оставим снаружи, а здесь поставим усилитель и какой-то регистратор, в экран осциллографа, то в момент, когда мы воткнем электрод внутрь клетки, мы увидим перепад напряжения. И наш измерительный прибор покажет, что внутренняя часть клетки заряжена отрицательно по отношению к наружной. Разность потенциалов между ними составляет примерно 50-70 милливольт. Во-первых, такую клетку трудно узнать. И каждый раз мы будем регистрировать работу какой-то неизвестной нам клетки. Во-вторых, они все-таки очень маленькие. В большинстве своем. И попасть в микроэлектроды внутрь, при этом еще не повредив клетку, тоже достаточно сложно.
И поэтому для того, чтобы разобраться в сущности нервного импульса, она просто специальная вещь. Это часто так бывает в биологии, что успех какого-то исследования сильно зависит от того, на каком объекте вы будете работать. И вот замечательным объектом для изучения нервных клеток, в частности нервного импульса, оказался такой гигантский аксон кальмара. Кальмара все знают. Так вы даже видели в магазине. Они там продаются. А живые кальмары живут в морях и океанах, и даже у среднего размера кальмара есть очень крупные нервные клетки. Эти нервные клетки управляют мышцами мантии. А эти мышцы мантии нужны кальмару, чтобы выбрасывать из мантии воду во время реактивного движения. То есть попросту для того, чтобы удрать от какой-нибудь опасности. Кальмары вообще животные, хотя и хищные, но очень пугливые. Если кальмара напугать, то он со страшной скоростью влекет его, выбрасывая воду из мантии. Вот эту вот реакцию бегства у кальмаров и у многих других беспозвоночных животных осуществляют, отвечают за нее специальные гигантские аксоны. Дело в том, что если аксона нет на иллюзорной оболочке, то он тем скорее проводит нервные импульсы, тем больше его диаметр, такая есть закономерность. Самое важное для выживания аксоны, которые отвечают за спасение жизни, делают поэтому потолще. Ну, потолще, что это такое? По-разному бывает. Там нормальный аксон имеет диаметр от 1 до 10 микрон. Какой-нибудь толстый гигантский аксон крупного дождевого червя может иметь диаметр 100 микрон, до 10 миллиметра. А вот у кальмара диаметр этих гигантских аксонов составляет 1-2 миллиметра. Их прекрасно видно невооруженным глазом. Их можно препарировать обычными препарированными иголками. Образуются они довольно сложным образом за счет слияния множества аксонов, которые отходят от примерно сотни тел разных нервных клеток, и, что немаловажно, они окружены довольно плотной оболочкой поверх мембраны, что позволяет выделить их из тела кальмара и дальше там с ними как-то работать. То, что у кальмара есть такие аксоны, было известно на самом деле с 19 века, потом про это забыли, потом такой специалист по головологиям Янг открыл их заново в 30-е годы, вот двое ученых решили ими заняться. И оказалось, что это такой удачный объект, что им удалось разобраться с механизмами появления нервного импульса и получить для своей работы Нобелевскую премию. А начались эти работы в конце 40-х годов. Что они делали? Они вырезали у кальмара его гигантский аксон, вырезали из него кусочек, а из этого кусочка просто выдавливали резиновым валиком всю цитоплазму. Так что от этого аксона оставалась одна оболочка, только шкура. Ну и при этом мембрана его оставалась целой. Дырки, которые образовывались на концах, можно было заткнуть чем-нибудь, там вроде воска, не знаю, что они использовали. А внутрь этого аксона поместить любой раствор соли. В норме внутри клеток много ионов калия, а снаружи, например, в крови у человека, этих ионов гораздо меньше, зато содержится натрий. Ну, просто растворенная поваренная соль, натрий хлор. Хлора тоже больше снаружи. Но внутрь вот такого вот искусственного, ну, то есть не искусственного, а естественного, отрезанного кусочка можно было уместить любой раствор. Ну, оказалось, что если внутрь этого самого кусочка уместить такой же раствор, который содержится в норме внутри клетки, который содержит много калия и мало натрия и хлора, а снаружи оставить такие же концентрации натрия и хлора, как в крови у кальмара, то без всяких дальнейших ухищрений в мембране этой клетки возникает разность потенциала. Такая же практически, как в норме, минус 50, минус 70 миллионов. Больше для этого вообще ничего не надо. Не нужен никакой источник энергии, никакая живая цитоплазма, тем более не нужно ядро. Нужно только, чтобы в этой клетке была нормальная мембрана, а внутри нее был раствор соли с определенной концентрацией частиц. Мало натрия и много калия. Тогда кошки-американцы стали рассуждать, уже дальше строить теорию, почему так получается.
И теория эта заключалась в том, что напряжение на мембране разных потенциалов возникает потому, что из клетки наружу выходят йоды калия. Это положительно заряженные частицы, они несут положительный электрический заряд. Если мембрана проницаема для калия и непроницаема для натрия и хлора, то это и должно происходить. Калия внутри больше, и просто за счет диффузии теплового движения частиц он будет выходить наружу. Если бы частицы калия были не заряженными, то концентрация внутри и снаружи клетки в результате должна была бы уравняться. Но вы, наверное, знаете, слышали, что одноименные заряды отталкиваются, плюс отталкивается от плюса, а разноименные притягиваются. По мере того, как калий выходит из клетки, внутри остается все меньше положительных зарядов, снаружи становится все больше. И еще задолго до того, как концентрация уравнивается, калий перестает выходить. Вода выводится в равновесие, и вот в этот момент наш прибор фиксирует разность потенциалов в минус 70. Потенциал на мембране называется потенциал покоя. И он есть не только у нервных клеток, и клеток животных, растений и даже бактерий. Играет довольно важную роль в их жизни. Почему мембрана обладает такими свойствами? Надо сказать, что липидный слой, о котором я рассказывал вам раньше, не может пропускать ни ионы натрия, ни ионы калия, ни вообще какие-либо ионы. Все они могут перемещаться только через специальные белки, каналы или переносчики. И Ходжкин и Каслий предположили, что в мембране есть специальные каналы, поры для ионов калия, которые в покое, когда нервные клетки ничего не делают, открыты. Потом оказалось, что действительно такие каналы есть. Они вообще открыты просто постоянно, всегда. Их называют каналы постоянного тока. Не так уж давно, в течение последних 20-25 лет, удалось детально выяснить их структуру и объяснить их замечательные свойства. А именно то, что канал не пропускает ионы с тем же зарядом, причем даже меньшего размера, если они ему не подходят. Он обладает строгой избирательностью, селективностью. Человек, который занимался изучением свойств этих каналов и выяснил их строение и принципы работы, тоже получил Нобелевскую премию, только сравнительно недавно за это. Что же происходит, когда нервная клетка выдает нервный импульс, то есть из состояния покоя переходит в рабочее состояние. Ну а как его заставить перейти в рабочее состояние? Есть разные способы, как это происходит в природе, в организме, мы скоро поговорим. А исследователи для этого часто используют тоже электрический ток. Через один электрод, который воткнули в эту клетку, начинают пропускать положительный или отрицательный постоянный ток, меняют потенциал на мембране, а другим электродам в это время измеряют, что происходит. Вот, предположим, что мы начали пропускать нервную клетку слабый электрический ток так, чтобы разность потенциалов на ее мембране постепенно уменьшалась, становилась ближе к нулю, чтобы внутри заряд становился более положительным. Внутренность клетки множина заряжена отрицательно, минус 50 миллионов. Но сначала с какой скоростью мы пропускаем ток, с такой же скоростью и меняется потенциал. Будем пропускать ток помедленнее, он будет меняться медленно, будем пропускать ток быстрее, будет меняться быстрее. Но вдруг, в какой-то момент, когда этот потенциал достигает некоторого значения, значение это называется порог, возбуждение или просто порог, пороговое значение, картинка резко меняется. На экране осциллографа возникает вот такой скачок напряжения. Вдруг внезапно внутри клетки заряд становится наоборот положительным по отношению к наружной среде, а потом также быстро все возвращается к норме, даже с некоторым избытком. И весь вот этот вот период изменения потенциала на мембране длится примерно 0,001 секунды, примерно 1 миллисекунду. Вот это вот изменение состояния мембраны нервной клетки и есть тот самый загадочный нервный импульс. Возникает он, как впоследствии выяснилось, вот почему. Вот в этот вот момент, когда потенциал достигает порога,
На мембране нервной клетки открываются другие каналы, ионов натрия, которые до этого были закрыты. Они чувствуют, что потенциал на мембране изменился, и в этот момент открываются. И тогда ионы натрия, которых снаружи много, да еще и внутри клетки отрицательный заряд, со страшной скоростью стремляются внутрь, приносят положительный заряд внутрь, и с этим связана вот эта часть нервного импульса. Но вот в этот вот момент натриевые каналы снова закрываются, причем удивительно, до конца это вроде бы еще даже не объяснено, переходит в такое состояние, что некоторое время не могут открыться, независимо ни от чего, ни при каком потенциале не убрали. Это их состояние называется рефрактерность. Оно очень важно для работы нервной клетки. Тогда из клетки начинает выходить новая порция ионов калия, для этого открываются еще дополнительные калиевые каналы, и все возвращается к норме быстро. Ну вот, при этом довольно удивительно на первый взгляд, что данная нервная клетка при данных условиях, там, скажем, температуре, задает нервный импульс всегда постоянной амплитуды. Говорят, что она работает по принципу все или ничего. Почему все или ничего? Вот мы ее раздражаем какими-то небольшими стимулами, там, пропускаем небольшое количество слабого тока, и если потенциал на ее мембране не достигает вот этого порогового значения, то эта клетка не выдает вообще ничего, никаких нервных импульсов. Но стоит дать такой сигнал, который достигнет порога, как нервная клетка выдает нервный импульс, сразу же наибольшей амплитуды, на которую она вообще способна. Сразу показывает все, на что она способна. Тогда возникает закономерный вопрос. А как же мы можем отличать слабые воздействия от сильных? Ведь понятно, что мы чувствуем, например, слабое прикосновение, прекрасно отличаем его от давления, слабый свет отличаем от яркого, небольшое повышение температуры легко отличаем от кипятка. Давайте какие-нибудь идеи. Что же происходит, когда воздействие на организм усиливается? Как организм это чувствует? Температура повышается. Да. Все, что мы чувствуем, это нервные импульсы, которые передают мозг нервные клетки. Только благодаря этому у нас возникают ощущения. Вот вопрос. Да. Значит, был выдан правильный ответ, хотя и тихо. На самом деле идей тут может быть несколько. Ну, например, что нервные клетки есть просто разные, так действительно бывает. Некоторые, например, включаются, когда стимул уже слабый, да, у них меньше порога. А некоторые вступают в действие, когда стимул становится сильнее. И мы, наш мозг, можем почувствовать, сколько нервных клеток включилось в работу, да? Так действительно бывает. Но гораздо более существенно то, что постоянно только амплитуда нервных импульсов, и совсем не постоянно их частота. В зависимости от того, с какой силой мы воздействуем на клетку, если это воздействие превышает порог, клетка это может подавать нервные импульсы совершенно разной частотой. Ну, например, если мы будем раздражать электрическим током, то в зависимости от силы этого тока изменится просто угол наклона вот этой кривой. Если ток будет более сильный, угол наклона станет более резкий. И каждый новый нервный импульс будет возникать быстрее после окончания предыдущего. Сделаем стимул сильнее, потом еще сильнее, потом еще сильнее, потом еще сильнее. Будет ли до бесконечности увеличиваться частота нервных импульсов? Нет, конечно, она не будет увеличиваться до бесконечности, потому что натриевые каналы обладают рефрактерностью, и некоторое время после предыдущего нервного импульса они не могут снова открыться. И именно этим определяется максимальная частота импульсов, которую может подавать нервная клетка. И составляет она для большинства нейронов примерно 1000 импульсов в секунду. Примерно 1 килогерц. От биологических процессов, которые происходили на клеточном уровне с более высокой частотой, поэтому практически не бывает. Только какие-то насекомые, вроде комаров, как-то ухитрились сделать так, чтобы ответ на один нервный импульс
и половые мышцы сокращались несколько раз. Поэтому, когда комар тоненький, противный, пищит, то он все-таки выдает частоту взмаха крыльев 2000 ударов в секунду, а не одну. Но это исключение. Значит, основной способ, как говорят, кодировки информации в нервной системе, это частота нервных импульсов, которые передает та или иная нервная клетка. Поскольку она может меняться в широких пределах, она может вообще молчать, может выдавать там 10 импульсов в секунду, а может выдавать 1000 импульсов в секунду, то мы можем различать широкие диапазоны разных воздействий, не только благодаря этому, но и в частности. Ну, понятно, что если бы нервная клетка выдавала нервные импульсы долго, и ничего не происходило, то концентрация калия и натрия внутри здоровья очень быстро бы уравнялась. Эта клетка просто не смогла бы работать. Поэтому лишние ионы натрия все время выкачиваются наружу, а ионы калия, наоборот, заканчиваются внутрь. За это отвечает специальный белок-насос натрий-калий-натрий-фаза. В работающей нервной клетке именно она отвечает за поддержание потенциала на мембране. И важность ее иллюстрируется тем фактом, что на работу единственного этого белка нервная клетка тратит почти треть всей своей энергии. Почти треть ПТ расходуется на поддержание разности потенциала. Если в середину аксона начнем электрод, начнем раздражать его электрическим током, то нервный импульс прекрасным образом побежит по аксону к телу клетки и к нервному окончанию. Потому что аксон имеет одинаковое устройство на всем своем протяжении. Но на практике этого не происходит. На самом деле нервный импульс передается от тела клетки к нервному окончанию по аксону. Почему? Ну, как возникает нервный импульс там, на теле и в начале аксона, это отдельная сложная тема. Но почему он распространяется в одну сторону, понятно. Когда нервный импульс возникает на каком-то одном участке, на соседнем участке, из электрического тока меняется потенциал, он достигает порога, и на этом соседнем участке заново возникает нервный импульс. Но когда этот нервный импульс уже возник, то, естественно, ток течет в обе стороны. И ближе к телу клетки, и дальше от тела должен был бы снова возникнуть нервный импульс. Дальше от тела он возникает, а ближе к телу он не возникает. Почему? Потому что он был там всего 1 миллисекунду назад, и натриевые каналы ни при каких условиях не могут открыться на этом участке. Вот зачем нужно их удивительное, необъяснимое свойство рефрактерности. Именно это свойство определяет то, что нервный импульс движется от тела к нервному окончанию и не может вернуться обратно. Потому что он не может возникнуть заново на том участке, где только что был. Да? Ну и хотя нервный импульс сравнивают с электрическим током, во многих отношениях от электрического тока он очень сильно отличается. Все-таки этот нервный импульс заново возникает на каждом новом участке мембраны, а вовсе не представляет собой электронный газ, как электрический ток, который течет по проводам. И по этой же причине распространяется он совершенно другой скорости. Электрический ток распространяется по проводу со скоростью, которая близка к скорости света. Скорость света это 200 тысяч километров в секунду. А нервный импульс распространяется по разным аксонам со скоростью, которая равна примерно от 1 метра в секунду у какой-нибудь актинии или гидры, до примерно 100 метров в секунду в гигантских аксонах кальмара или в тех нервных волокнах, которые управляют мышцами наших рук и ног. Там скорость нервного импульса максимальна. Поэтому, когда говорят, что на свете нет ничего быстрее мысли, то это, конечно, просто неправильно. Передача сигналов внутри нервной системы, которые связаны с повторением мысли, в общем, в сущности, процесс довольно медленный. Видимо, это один из факторов, который ограничивает максимальный размер животных. Ну, представьте себе, что размер животного там 30 метров, как в каком-нибудь Китае, динозавра, его кто-нибудь кусает за хвост. Значит, сигнал должен дойти до головного мозга, 30 метров это 3 секунды, потом там головным мозгом некоторое время обрабатывается, по пути еще и задержки, дальше он посылается обратно к этому мозгу, проходит еще 5 секунды. И так почти целая секунда проходит до ответной реакции какой-нибудь мелкий хищник или паразит, вполне может за это время уже успеть откусить кусочек и убежать, и поэтому даже не видно, что существуют такие здоровые.
здоровые животные, как синий кит или какие-нибудь динозавры. Вот. Мы, видимо, они могут довольно хорошо защищены там всякими другими способами, кроме скорости реакции. Но если животное было бы еще больше, там, 200 метров длиной, то скорость реакции у него была бы настолько замедленной, что оно бы было просто неспособно обороняться от хищника. Это, конечно, только один из факторов, ограничивающий размеры животных. Быстрее нервные импульсы в наших аксонах при их небольшом диаметре распространяются именно за счет вот этой вот миелиновой жироподобной оболочки. Потому что при этом, я не буду подробно рассказывать, они перескакивают довольно большие участки аксона, и заново возникают не прямо на соседнем участке, а на некотором расстоянии, несколько микронов. При этом экономится и энергия, потому что в клетку заходит меньше ионов натрия, а на тех участках, где находится миелиновая оболочка, там никаких каналов мембраны просто нет. Ну и в конце концов этот нервный импульс доходит до окончания аксона. А это окончание, вот это здесь показано, находится на поверхности какой-то клетки-мишени. Эта клетка-мишень может быть нервной клеткой или мышечной клеткой, или, скажем, клеткой какой-нибудь железы. И в зависимости от того, что это за клетка-мишень, нервный импульс должен вызвать в ней определенную ответную реакцию. Ну, например, мышечные клетки наши под действием нервных импульсов сокращаются. Ответка какой-нибудь железы слюной, там, например, может начать выделять слюну или, наоборот, перестать это делать. В синапсе клетки напрямую не соединяются между собой. Мембрана и нервного окончания, и клетки мишени в этом месте совершенно целые. А мембрана – это очень хороший, надежный электрический изолятор. Поэтому практически во всех случаях, ну, в нашей нервной системе, нервный импульс не передается от одной клетки к другой внутри нервной системы. Механизм передачи сигнала тут совершенно другой, химический. Когда нервный импульс доходит до нервного окончания, там тоже открываются специальные каналы, в клетку входят ионы кальция, и маленькие пузырьки, которые содержатся в нервном окончании, в этот момент сливаются с его наружной мембраной. А внутри этих пузырьков находятся специальные сигнальные вещества, которые называются нейромедиаторы, вещества-посредники. Эти вещества попадают в очень узкую, размером, шириной несколько десятков нанометров щель между мембранами двух клеток. Чтобы подействовать на клетку-мишень, они должны связаться со специальными белками на ее мембране, белками-рецепторами. О них я рассказывал в предыдущих лекциях. И тогда в этой мембране что-нибудь происходит. Чаще всего в случае нервной передачи здесь открываются ионные каналы, хотя и не всегда. В эту клетку заходят там ионы натрия, она как-то моментально реагирует. Ну вот, например, причем, чтобы пузырек с нейромедиатором слился с наружной мембраной, должны быть задействованы там, несколько десятков разных белков. Это довольно сложное устройство, этот пузырек, не просто там такую или пленочку, а вот у него там есть такие сети, белки, стыковочные, какие-то еще. Так мы этот процесс можно регулировать. Ну и вот один из наиболее хорошо изученных нервных синапсов. Это нервно-мышечный синапс, как раз то место, где наши нервы воздействуют на клетки скелетных мышц. Там выделяется специальный нейромедиатор ацетилхолин. Он есть и в мозге у человека, и вообще играет довольно важную роль в мышлении. При некоторых старческих заболеваниях, связанных с потерей памяти, развитием слабоумия, в мозге не хватает как раз ацетилхолина. В периферической нервной системе одна из главных его функций состоит в том, что он вызывает сокращение скелетных мышц. Когда мы обратим там со мной руку, мы посылаем нервный импульс из головного мозга вдоль, потом по мотонервному спинному мозгу он доходит до соответствующей мышцы, и вот там в синапсах на этой мышце выделяется как раз это вещество, ацетилхолин. А рецептор, на который он действует, ацетилхолиновый рецептор, сидит уже на поверхности мышечной клетки. Ну вот тут показан вариант этого рецептора, который сидит действительно на скелетных мышцах. Это такой канал из пяти белковых субъединиц. И когда на него действует этот ацетилхолин, то
две молекулы связываются с определенными участками, канал открывается, в мышечную клетку заходит ионы натрия, и в результате, после сложного пути передачи сигнала, мышечная клетка сокращается, дает сокращение. В других же органах, например, в головном мозге, есть множество похожих, но немножко отличающихся рецепторов ацетилхолина. Одна из главных задач современной медицины, которую выполняют день и ночь тысячи сотрудников фармацевтических компаний, это поиск таких химических веществ, таких лекарственных препаратов, которые могут избирательно воздействовать на какой-то конкретный тип рецептора на поверхности наших клеток. Естественно, что все есть яд и все есть лекарства, часто именно эти рецепторы, а также на всякие другие каналы, действуют ядовитые вещества. Ну, например, есть известный яд такой курары растительного происхождения, которым индейцы в нижней ветке отправляют свои стрелы. Вот этот яд используется в медицине как релаксант. Это вещество, которое препятствует сокращению мышц. Если хирург делает операцию, то ему часто важно, чтобы какие-то мышцы пациента случайно не сократились. Это может произойти, даже если он находится в наркозе, в принципе, да? И тогда такому больному организму вводят курары. Курары блокируют ацетилхолиновые рецепторы. Нейромедиатор ацетилхолин больше на них уже не действует. Скелетные мышцы перестают сокращаться. Дело это, конечно, непростое, потому что скелетные мышцы, кроме движения рук и ног, отвечают, например, за дыхание. И такой больной перестает дышать. Собственно, при отравлении курара от этого и погибает человек или животное, отравленное ядовитой стрелой. Поэтому такого больного приходится переводить на искусственное дыхание. Ну а к концу операции подобранная доза этого курара уже успевает в организме расщепиться и переводится через почки. И больной может потом начать дышать самостоятельно. Еще важно, что в этой ситуации на больного подействовал наркоз, потому что курары не обладает сам по себе обезболивающим эффектом. Если курары подействовал, а наркоз нет, человек уже не может про это сообщить врачу, поскольку никакие мышцы его при этом не двигаются. Говорить он не может. Тем не менее, вот такие вот лекарства и яды играют важную роль в медицине. Ну, понятно, что ситуация быстро меняется. Сейчас у нас сокращается одна мышца, а через секунду должна начать сокращаться другая. С одной рукой, а потом мы хотим ее разогнуть. Да? Поэтому нейромедиатор должен действовать достаточно короткое время. В некоторых случаях его просто поглощают, всасывают обратно соседние глиальные клетки в головном мозге, например. А вот в нервно-мышечном синапсе есть специальный фермент. Он называется ацетилхолиностераза, закреплен вот здесь в оптической щели. Он расщепляет ацетилхолин, его составные части. Холин активно всасывается в нервные окончания. Там снова происходит синтез ацетилхолина, он снова упаковывается в пузырьки. Используется как сырье. Ну и излишне, наверное, говорить, что этот фермент ацетилхолиностераза тоже может быть мишенью для ядов. Это, например, такие распространенные яды фосфороорганического вроде теплохоса или хлорофоса, а также некоторые боевые яды, типа зарина и замана. Все это блокатор ацетилхолиностеразы, и если человек находится под воздействием такого яда, то что будет происходить с ним? Судороги. Мышцы начнут сильно неконтролируемо сокращаться, поскольку на это будет действовать они слишком длительное время. Все нервно-мышечные синапсы скелетных мышц у человека возбуждающие. Но кроме таких синапсов, в центральной нервной системе есть еще тормозные синапсы. Соответственно, есть возбуждающие и тормозные нейроны. Чем отличаются, мы сейчас поговорим. Кроме того, существуют нейроны чувствительные, вставочные и двигательные, или исполнительные, или их еще называют внутренние нейроны. Но что такое чувствительные, вставочные и двигательные, это проще объяснить, я с этого начну. Значит, чувствительные нейроны – это нейроны, которые возбуждаются не под действием нервного импульса, а других нейронов, а под
под действием какого-нибудь раздражителя. Например, под действием света, или под действием звука, или под действием запаха, или под действием прикосновения, или растяжения, или давления, или еще чего-нибудь. Вот такие нейроны называются чувствительными. Что такое двигательные нейроны? Тоже понятно. Это нейроны, которые передают нервный импульс не нервным клеткам, а каким-то другим нервным, другим клеткам мишеням. Например, мышечным или железным. Ну а что такое вставочные нейроны? Вставочные нейроны получают сигнал от одних нервных клеток и передают другим. Они могут получать сигналы от чувствительных нейронов или от других вставочных, потому что они образуются почки длинные, а сами передают сигнал вставочным нейронам или двигательным. То есть они действительно вставлены между одними нервными клетками и другими. И большая часть нейронов, из которых состоит наш головной и спинной мозг, это именно вставочные нейроны. Их там больше всего по количеству. А что такое тормозные возбуждающие нейроны? А тормозные нейроны отличаются от возбуждающих тем, что выделяют другие вещества нейромедиаторы. Вообще разных нейромедиаторов очень много. Ацетилхолин – это только один из примеров. Возбуждающий нейромедиатор ацетилхолин, если он действует, например, на нервную клетку, меняет потенциальную мембрану так, что он становится ближе к порогу. Если количество этого медиатора достаточно велико, то потенциал достигает порога, и нервная клетка под действием такого медиатора выдает нервный импульс. А что будет, если на нервную клетку подействует тормозный нейромедиатор? Оказывается, его действие прямо противоположно. Он не приближает потенциал к порогу, а наоборот удаляет его от порога. Потому что он, например, открывает на поверхности клетки не натрия, а хлорные каналы. Ионы хлора больше снаружи, они заряжены отрицательно, они заходят внутрь клетки, и там возникает еще более отрицательный потенциал, чем в покое. То есть, если на нервную клетку действует тормозный нейромедиатор, она не просто остается в покое, она не просто не выдает нервных импульсов, а что? Такую нервную клетку труднее возбудить. Что же происходит в реальности? Вот я покажу вам еще раз одну картинку, вернусь назад. Вот эта нервная клетка, а вот желтенькие такие точечки, да? Это синапсы на ее поверхности. В основном они расположены на дендритах и на теле. На некоторых нервных клетках есть десятки тысяч синапсов. Часть из этих синапсов тормозные, а часть возбуждающие. И нервные клетки могут одновременно поступать и тормозные, и возбуждающие сигналы. Что в результате эта клетка делает? Она пытается так и думать. Кавычки, конечно. Думает она как? Она мерит силу этих сигналов. Ну, допустим, для простоты, что через каждый нервный синапс передается сигнал силы плюс единицы или минус единицы. На самом деле это не так. На самом деле его сила зависит от количества нейромедиаторов. Но попробуем построить такую простейшую модель. Пусть будет сигнал либо плюс единица, либо минус единица, если это тормозный синапс. Да? А у этой нервной клетки есть порог. Ну, пусть, например, порог будет единица тоже. Да? Значит, рассуждает она так. Если сумма всех сигналов равна порогу или больше, то я выдаю нервный импульс. А если сумма всех сигналов, которые я получил, меньше порога, тогда я молчу тряпочку. Посмотрим вот эту ситуацию, которая тут нарисована. Синапсы возбуждающие, один тормозный. На клетке есть два синапса возбуждающие, один тормозный. Каждый возбуждающий передает сигнал плюс единица, тормозный передает сигнал плюс единица, в клетке порог единица. Если вы внимательно слушали, то можете ответить на вопрос, будет он равновесный нервный импульс или нет? Будет. Почему? Потому что там получится 2 единицы. И что? Единица, и что? Неправда. Это не больше, чем порог. Это равно порогу. Но мы сформулировали такое условие, что если сумма равна порогу или больше, то нервная клетка будет подавать нервный импульс. Значит, в этом случае она сработает. Но на самом деле все, конечно, гораздо сложнее.
сложнее, потому что сигнал от каждого синуса может меняться в зависимости от многих факторов. Он не имеет постоянной целой величины. Вот. Но отсюда понятно, на самом деле, что даже отдельная нервная клетка может решать достаточно сложные задачи. Вот она, например, решает вот такую математическую задачу, как мы сейчас разобрали. Со сложением, вычитанием и сравнением двух величин. Поэтому неудивительно, что... Да, тут, кстати, показано тоже довольно важная вещь, что какая-то нервная клетка может сравнивать сигналы от разных органов чувств в результате. Это такая вот детская картинка, на самом деле она из журнала Nature. Вот тут показано, да, что кошка видит собаку сначала далеко и слышит, что она далеко издалека, потом собака прибегает поближе, а потом тоже заглядывает в окошко. Да? И какая-то кошачья нервная клетка сравнивает сигнал от органов слуха и органов зрения и таким образом оценивает уровень опасности. Такая нервная клетка может, например, запускать реакцию детства. Такие нервные клетки действительно есть в мозгу, они называются командные. Командные нервные клетки действуют сразу на много других и в результате запускают какое-то сложное поведение. Ну вот, у нас будет лекция про память. Не так давно выяснилось, что есть в мозге, по-видимому, отдельные клетки или какие-то очень небольшие группы всего из 10 клеток, которые могут запоминать все, что связано с определенным лицом человека. В мозге у человека, который хорошо знал, кто такой Хелли Берри, я не знаю, что вы знаете, выяснилось. Эта клетка выдала реакцию на любую фотографию или, например, на надпись или Берри, на все, что в сознании этого человека связано с данным персонажем, с данной личностью. Как такие клетки работают, конечно, понятно далеко не до конца. И все-таки совершенно очевидно, что на самом-то деле работа нервной системы определяется не тем, как работают отдельные клетки, даже самые умные, а тем, как они взаимосвязаны между собой и как они передают друг другу сигналы. И вот сейчас мы начнем говорить основного проекта, но поскольку сначала этот сигнал надо воспринять, я буквально несколько слов скажу еще про то, какие клетки этим занимаются. Напомню, что такие клетки называются рецепторы. Обычно это просто нейроны, хотя иногда в состав рецепторов входят другие клетки. Причем тут есть некоторая путаница, потому что рецепторы это называют и клетки нервной системы, и белки, которые находятся на их поверхности. Но, например, у человека есть обоняние. За это обоняние отвечают нервные клетки, рецепторы, которые сидят у нас в носовой полости, а за поверхности каждой такой клетки сидят другие рецепторы, которые, собственно, воспринимают молекулы запаха. Так что другие рецепторы отвечают за работу нервных клеток рецепторов. А нервные клетки, рецепторы передают сигнал нервной системы. Ну, таких рецепторов не так уж много разновидностей. Та разновидность механорецепторы, они воспринимают механическое воздействие, растяжение, вибрацию, давление и так далее. К этой группе относятся большинство рецепторов кожи, а также механорецепторы внутреннего уха, у которых есть специальные выросты. Кроме того, в коже и в некоторых внутренних органах есть болевые рецепторы. Сейчас считается, что это отдельный тип рецепторов, восприятие боли – это отдельные чувства. Следующая группа рецепторов – это терморецепторы. Они здесь изображены, но они тоже есть в коже, а также в головном мозге, в специальном отделе. Механорецепторы, я забыл сказать, соответственно, некоторые рецепторы внутренних органов, например, мышц, мы будем потом про них говорить сегодня. Значит, механорецепторы, болевые рецепторы, я назвал. Дальше терморецепторы. Терморецепторы реагируют на изменение температуры, повышение или понижение. Поэтому есть холодовые и тепловые терморецепторы. Вкусовые обонятельные рецепторы у человека относятся к четвертой группе. Это хеморецепторы. Они реагируют на различные химические вещества. Есть и рецепторы внутри нашего организма, например, в стенках кровеносных сосудов,
которые тоже относятся к этой группе. Ну и, наконец, пятая группа рецепторов – это рецепторы, которые воспринимают свет. Фоторецепторы, и у человека это специальные клетки, палочки, колбочки, сетчатки глаз. Эта сетчатка у человека устроена очень странно. Вот здесь вот находится пигментная оболочка глаза, а вот здесь вот с этой стороны рогатицы и зрачок. Свет проходит сначала через множество слоев клеток, которые не являются рецепторами, потом через достаточно толстые тела палочек и колбочек, и только потом попадает на ту часть, которая, собственно, воспринимает свет. Удивительно, какой высокой чувствительностью эти рецепторы обладают. Если человек просидел час в полной темноте, то его свет, извините, его глаз может различить, видимо, отдельный квант света. Единственный фотон, который воспринимается как вспышка в этом случае. Связано это с тем, что фотон этот возбуждает всего одну молекулу, естественно, на поверхности рецептора. Но эта одна молекула работает в сущности как фермент. Она активирует 100 других молекул, каждая из этих 100 активирует 100 молекул следующего этапа передачи сигнала. Каждая из этих 10 тысяч молекул может активировать или произвести еще по 10 тысяч молекул. И в результате при очень небольшой энергии воздействия в клетке возникает ответный сигнал большой силы, который в конечном счете преобразуется в нервный импульс. Когда этот нервный импульс передается в зрительную кору нашего мозга, вот тогда-то мы видим вспышку света от воздействия одного фотона. Но рецепторы только запускают ответную реакцию. Осуществляется она, естественно, при участии других клеток, вставочных и двигательных. И вот такая вот ответная реакция, если она достаточно стереотипна, и нам не надо думать на тему о том, как она происходит в нашем организме, называется рефлексом. Рефлекторный принцип – один из главных принципов работы нервной системы, и вот мы за оставшееся время кратко и разберем. Значит, что такое рефлекс, тут написано? Это рабочее определение, можно придраться. Это некоторое стереотипное. А что такое стереотипное? Ну, более или менее одинаковое в данной ситуации, более или менее похожее у всех особей данного вида ответная реакция на некоторый конкретный раздражитель, который осуществляется при участии нервной системы. Рефлексы бывают, безусловно, условные. Некоторые рефлексы осуществляют непосредственно головной мозг, большинство спиной, бывают местные рефлексы, а к безусловным рефлексам относятся такие, которым не надо учиться. Они запрограммированы генетически и есть у всех нормальных особей данного вида. Ну, приведите какие-нибудь примеры безусловных рефлексов у человека. Поднимайте руку, кто может, да? Совершенно верно. Кусочек мороженого или еще какой-то пищи положили в рот, и началось слюноотделение. Прекрасный пример. Да, это безусловный рефлекс. От вкусовых рецепторов сигнал идет в мозг, потом из мозга к слюнным железам. Замечательно. Еще какой-нибудь пример. Да. Когда ты обжигаешься, ты откидываешь. Конечно. Дотронулись до горячего предмета еще раньше, чем успели осознать, что произошло, дергивается от этого предмета. Любой отдергивательный рефлекс. Прекрасно. Ну, еще два примера я приведу. Если посветить глаз ярким светом, зрачок сузится. А если подуть струю воздуха в глаз, то вы моргнете. Это тоже примеры таких безусловных рефлексов. Если чуть попало в нос, вы будете чихать. Это безусловный рефлекс. И так далее, и тому подобное. И вот один такой рефлекс мы рассмотрим. Это очень простой рефлекс, которые изучают в школе. Правда, большинство из вас, наверное, еще не учились в вашем классе, а кто уже разбирал тайный рефлекс в школе? Есть такие примитивы? Ну да, немного народу, но есть. Да, все вы были там раз или два врача-невропатолога, и одна из операций, которую он делает, перед закинтином
сухожилия, как многие думают, и даже рисуют в некоторых учебниках. Внутри мышцы есть специальные рецепторы, они называются мышечные меридианы. И реагируют они на растяжение. Когда врач ударяет лодыжку по сухожилию, то мышца сильно, внезапно, быстро растягивается при этом ударе. Тогда от этих рецепторов посылается сигнал, он бежит по длинному дендриту, доходит до вот этой чувствительной клетки. Чувствительная клетка сидит в специальном узле недалеко от спинного мозга. От этой клетки сигнал передается уже в груди спинного мозга. Там сидит вторая нервная клетка двигательная. Она посылает сигнал той же растянувшейся мышце. И в ответ на этот сигнал эта растянувшаяся мышца обратно сокращается. А в данном случае эта мышца разгибается коленного сустава. Поэтому нога у вас дергается, разогнувшись слегка. Да? Вот такой простой рефлекс. Он называется моносинаптический, потому что на пути нервного импульса есть только один синапс. Вот он. Ну, правда, оказывается, что там какие-то сложные рецепторы, вот эти мышечные веретёны, зачем-то разные двух типов, непонятно зачем. Но перед тем, как потом разбираться, надо понять, а зачем вообще нужен такой рефлекс. Рефлекс этот безусловный, правильно? Он генетически закреплен. Значит, вряд ли он возник для удобства врача-невропатолога. Он возник в эволюции человека и его предков, когда никаких врачей еще не существовало в природе. У него, как принято говорить, есть какой-то экологический смысл. Ну, экологический смысл легко понять, если рассмотреть, например, ситуацию, что вы держите руку, даже с закрытыми глазами, и на эту руку падает какой-то грузик. Оказывается, что рука, которая отклонится вниз, при этом автоматически согнется. И груз этот на ней удержится. Еще более, может быть, понятный многим пример. Вы стоите во время перемены. И вдруг вам на спину прыгает приятель. Это для мальчика более, конечно, понятная ситуация. Причем вы его не видели. Происходит совершенно неожиданно. Значит, если организм у вас никак не будет на это реагировать, то, в принципе, довольно большой груз должен потянуть вас назад, и вы должны упасть, или ноги ваши подогнутся, и вы потеряете равновесие. На самом же деле, когда происходит сгибание мышц под действием дополнительного груза, то срабатывает точно такой же коленный рефлекс, ноги при этом разгибаются, мышцы напрягаются, и это позволяет вам удержать равновесие. Более того, на самом-то деле коленные рефлексы, подобные ему рефлексы, немножечко включены постоянно. Если бы они постоянно не работали, то человек просто не мог бы стоять. Потому что для того, чтобы стоять, надо напрягать мышцы разгибателя. Почему они напрягаются? Вы же не думаете о том, что их надо напрячь каждую минуту, правда, да? Напрягаются они потому, что под действием силы тяжести растягиваются вот эти вот рецепторы, мышечные веретёна. И именно их действие на вашу нервную систему заставляет ее посылать нервные импульсы к мышцам ног и позволяет вам поддерживать позу. Поэтому часто говорят еще, вот тут написано какой-то рефлекс, это поздний рефлекс. Его часто относят еще так же к поздному рефлексу. Оказывается, что он совсем не такой простой, как можно подумать. Выявляется там куча сложностей. Но первая сложность такая. Что будет делать во время разгибания коленного сустава другая мышца? А неизвестно заранее, что ей в голову взбредет. Вдруг она начнет сокращаться. Тогда понятно, что ничего хорошего не получится, разогнуть коленного вовремя не удастся. Можно упасть. Чтобы этого не произошло, нужно ставить ее молчать. От того же самого рецептора, от того же самого чувствительного нейрона отделяется веточка аксона, и она возбуждает вот этот вот вставочный нейрон, вставочную нервную клетку. А эта вставочная нервная клетка тоже нужна. Она выделяет другой нейромедиатор.
глицин. И действует она на мотонейрон мышцы антагониста, на мотонейрон мышцы сгибателя. Значит, когда мышца разгибатель работает, сокращается, этот мотонейрон должен быть заблокирован, должен молчать. Тут уже не скажешь, что в этой рефлекторной дуге один синапс. Добавляется еще парочка. На самом деле эти нервные клетки находятся друг от друга на довольно заметном расстоянии. Поэтому сигнал передается еще по спинному мозгу. Но это мы пропустим. Вторая сложность, а вот второе дополнение. Если сухожилие растянуто слишком сильно, например, груз на ваших плечах очень большой, приятель оказался слишком тяжелым, а вы начнете в этой ситуации еще и сокращать мышцу, то сухожилие растянется еще сильнее и может порваться. Поэтому в этом месте в организме стоит предохранитель. Существуют сухожильные рецепторы растяжения, и от этих сухожильных рецепторов через вставочный тормоз нейрон, мотонейрон соответствующей мышцы тоже тормозится. Только как сделать, чтобы он не мешал осуществлять рефлекс, если груз не слишком большой? Как это можно сделать? А почему он не будет посылать сигнал? А как он, а почему при не очень большом грузе вот этот рецептор срабатывает, а вот этот не срабатывает? Вот смотрите,
на руку упал груз, она начала разгибаться, разветвленные бицепсы растягиваются, сигнал идет в спинной мозг, и он автоматически сокращается. Правильно? Чтобы мы могли этот груз удерживать на руке. Ну а теперь давайте представим себе, что мы просто хотим согнуть руку, когда никакого груза там нет. Значит, сигнал к этой мышце посылает только те мотонейроны, которые расслаблены. А возбуждаются они только тогда, когда им сигнал посылает мышечный ретёнок. А как только наша мышца начнет укорачиваться, как мышечные ретёнки перестанут быть растянутыми, никакого сигнала этим мотонейронам они уже не будут посылать. Поэтому получается, что с помощью этой системы по своей собственной воле никакого движения осуществить мы не можем. На самом деле все знают, что это не так. На самом деле оказывается, что клетки, которые отвечают за растяжение, находятся под строгим контролем головного мозга. И когда мы хотим согнуть руку, то головной мозг посылает сигналы другим мотонейронам. Они действуют на мозговую мышцу, а именно на мышечные перетёны. И эти мотонейроны возбуждают вот эти края и начинают тянуть мышечные перетёны в разные стороны. Они как бы говорят ему: смотри, несмотря на то, что мышца сокращается, мы тебя растягиваем, это значит, что мы хотим сократить эту мышцу еще сильнее, давай работай, подавай импульсы. Да? Поэтому оказывается, что вот такой вот простейший рефлекс, который можно изобразить в школе в учебнике в виде всего двух клеточек, в реальной жизни выглядит как очень сложная нейронная сеть с какими-то сложными внутренними правилами и законами, о которых я рассказал, очень бедно. Это неудивительно, потому что вообще контроль наших движений – это одна из, как ни странно, самых сложных задач, которые решает наш головной мозг. Это видно, может быть, отчасти хотя бы потому, сколько разных отделов головного мозга в этом контроле задействовано. Ну а еще вот один из моих знакомых лекторов рассказывал такую историю на эту тему, что в свое время регулярно, раз в 4 года, собирались съезды кибернетиков, занимались управлением. И на таком съезде было принято ставить какую-нибудь сверхзадачу, которую предполагалось решить на следующем съезде. Одной из таких сверхзадач была идея, что надо попробовать сконструировать шахматную машину, которая будет играть шахматы так же хорошо, как раз есть, и сможет его выигрывать. И за следующие 4 года эта задача была успешно решена. А на одном из последующих таких съездов была поставлена такая задача. Давайте построим такого робота, который сможет играть на настольный теннис. Ну хотя бы не так, как в этих спортах, хотя бы вообще будет по столу попадать. И такая задача решена была не следующих 4, а, наверное, следующих 24 лет. Сейчас такие роботы есть, играют они довольно плохо, ни с каким мастером спорта они до сих пор сравниться и близко не могут, но прогресс, конечно, в этой области тоже существует. Наш мозг справляется с этим, не задумываясь. Вот вы берете стакан воды и выпиваете из него воду. На самом деле, вы можете понять, где этот стакан находится. Развести пальцы за определенное расстояние. Двинуть руку в нужном направлении, вовремя остановить. Дальше оценить вес этого стакана, чтобы поднять его с нужным усилием. Остановить его в нужный момент, чтобы он не дал вам по зубам. И все это головной мозг решает совершенно автоматически, независимо от вашего сознания. А ведь на самом деле параллельно ему приходится решать и много других задач. Пусть у вас, как выяснилось, с помощью перевода я этого не знал. Это не строгая математика, не строгая логика. Желаю вам успехов.